Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это видео называется «Почему я не люблю пятую циву?». Я сделал много гайдов по игре Sid Meier's Civilization 5, много видео показал вам, и думаю, пришла пора поговорить, что же нам не нравится в любимой игре. Естественно, жду ваши дополнения и поправки в комментариях. А вдохновила меня на это видео сегодняшняя попытка записать очередную КТОН игру, то бишь Counter-Strike Onegashade и последние игры в турнире FIFA. Я давненько не играл в пятую циву, вот вернулся, и опять на меня нахлынули негативные эмоции, связанные с пятой цивой, и я вспомнил, почему мне уже иногда просто не хочется в нее играть. Ну, во-первых, естественно, это многочисленные технические проблемы с сетевой партией. Я до сих пор не могу понять, откуда в пошаговой стратегии возникают такие проблемы. Ну, прямо скажем, сетевая игра, она псевдопошаговая, потому что ходы юнитами и изменения в городах все равно типа происходят в реал-тайме, то есть вы все это делаете одновременно, и игра все это одновременно обрабатывает. А в переход хода занимается только обработкой ходов варваров, городов-государств и, возможно, некоторых наций, за которые уже играет искусственный интеллект. Однако это не мешает сетевой циве быть нестабильной, создавать множество проблем и мешать получать удовольствие от игры. Это удивительно, тем более, что, например, я параллельно играю в ту же real-time стратегию Age of Empires 2, которая вышла в 99-м году, ну, предположим, там ремастеринг недавно был, тем не менее, сетевой код тот же, и там почему-то 8 человек с той же системой peer-to-peer, то бишь, когда все люди соединяются друг с другом, а не через сервер, почему-то там игры умудряются быть более-менее стабильными. Да, лаги там более чувствительны, потому что юниты тогда двигаются рывками, но зато никто не вылетает. А в пошаговой стратегии, где всех этих перемещений намного меньше, ну, для примера, если в той же Age of Empires 200 и 300 юнитов на одного игрока обычное дело, то бишь, если их хотя бы даже 6, ну, возьмем по минимуму 200 юнитов на 6 игроков, это 1200 юнитов, они постоянно двигаются, и это на сетевой скорости никак не сказывается, то в пошаговой стратегии цивилизации, где у одного игрока и сотни юнитов, юнитов не будет, да что я говорю, сотни, полусотни юнитов вряд ли будет, почему-то случаются и лаги, и рассинхроны, и вылеты, и прочее. И среди игроков даже ходит такая шутка, что прежде чем сыграть в цивилизацию, надо сначала час ее позапускать, потому что действительно иногда сам процесс начала партии превращается в танцы с бубном, в который нужно перезапустить циву, отключить какие-то дополнения, перезапустить Steam. В шестой цивилизации, кстати, к этому еще добавилось удаление некоторых папок, иначе невозможно в лобби попасть. Но если шестую циву еще можно считать сырой игрой, то пятой-то занимались сколько лет? 8? 7? И она до сих пор в очень сыром виде. Ну, многие из вас в сетевые игры не играют, я знаю, они просто смотрят на видео. А так как вы видите уже смонтированный вариант, то вам кажется, что все довольно плавно происходит, я там стараюсь вырезать повторность ходов, эти все загрузки, перезагрузки, но на самом деле, если брать общее количество времени, затрачиваемое на партию, то в этом времени от часа до двух займут именно танцы с бубном, загрузки, перезагрузки, рассинхроны, вылеты и так далее и тому подобное. Например, вот такая ситуация, тот, кто не играет в сети в циву, наверное, у виска покрутит. В игре есть, слава богу, автосейвы, и если кто-то из игроков вылетает или пропадает или еще что-то, надо грузить сейв. Но прикол в том, что после загрузки сейва обязательно два игрока и один из них хост не смогут ходить. Уже, да, прикол? Для того, чтобы они начали ходить, один из игроков, неважно кто, но естественно лучше не хост, должен выйти и опять зайти в игру. Только тогда волшебным образом юниты отмирают и можно продолжать играть. Но
Если вы перед игрой не включите опцию крупье, а по-английски pit boss, то при заходе игрока, который выходил, пропустится целый ход. Поэтому надо обязательно включать опцию крупье. При этом сама по себе эта опция на самом деле к сетевым играм имеет мало отношения. Она для игры по почте, для отправки ходов по почте, там, знаете, когда раз в день делают ход, раз в два дня. Но игроки сами это все находят, проверяют и хоть как-то пытаются играть самостоятельно. Это настолько раздражает, это настолько тупо, что приходится всем этим заниматься. И проблема в том, что даже никакие мододелы эти ошибки исправить не могут. То есть это где-то зашито в коде игры, и к этому никак не добраться. Вторая претензия вытекает из первой, но это уже не технические проблемы, а игровые, которые в принципе на играбельность никак не влияют, но заставляют игроков придумывать свои правила внутри сетевых игр. Во-первых, то, что касается войн, то бишь фаст-клик, ходы на последних секундах и вообще преимущество кого-то игроков в клике. По-моему, это все решается очень просто. Ходы на последних секундах можно убрать, просто добавляя 5 секунд, если юнит походил в последние 5 секунд таймера. Вы можете сказать, что таким образом можно бесконечно таймер оттягивать. На самом деле, игроки, привыкнув, просто не будут настолько долго ждать конца таймера, понимая, что преимущество ты из этого никакого не получишь. Ну и тем более, юниты все равно когда-то заканчиваются. Фаст-клик же, опять же, кто не понимает, о чем я говорю, когда идет переход хода, вот когда иконка мышки превращается в такой крутящийся глобус, вы можете уже начинать ходить всеми своими юнитами. И, например, стоит полностью здоровый копейщик соперника в защите, вы его обстреливаете сразу 4 арбалетами, вот в этом в начале хода еще, когда ход не прогрузился. И когда ход прогружается, несчастный пикинер получает все 4 выстрела и мгновенно умирает. И выглядит это для соперника так, как будто это произошло одновременно. Во всех турнирах уже просто обговариваются правила, что в начале хода можно походить только одним юнитом, и как только он походил, начинать ходить другими. Но программными средствами разработчики же вполне могли это все предвидеть. Просто запретить вот эти ходы во время перехода хода. Начался ход, и тогда только можно юнитами ходить. Если во всех прочих играх, стратегиях на такие мелочи разработчики обращают внимание, потому что это важный элемент сетевых битв, под это все выпускаются специальные патчи, то в Циве решение этих проблем отдано самим игрокам. Есть некоторые технические проблемы, которые можно было решить модами. Вот тот же NQ-мод, он не только менял баланс, но и некоторые игровые моменты правил, то есть убирался радаринг, тот самый, опять же, кто не в курсе, выбрав рабочего или поселенца, вы можете водить мышкой, пытаясь отправить его куда-то в туман войны, и если там есть юнит соперника, кружочек окрасится красным, мол, туда нельзя пойти. Или такой баг, что парашютисты и экскомы с прокачкой блиц могут сразу атаковать юниты и захватывать города, хотя в описании к юниту написано, что он этого делать как раз не может после высадки. Ну и некоторые другие моменты. Они постоянно находятся в игре, постоянно какие-то баги в Циве есть, и по-хорошему разработчики давно должны дать инструмент, который позволял бы людям самим это все править. Но, к сожалению, его нет, и приходится постоянно писать огромные правила перед всякими турнирами или в группах, чтобы люди, во-первых, знали, что такие проблемы есть, а во-вторых, не пытались их использовать. Ну, сюда же можно отнести, например, сохранение великих людей. Вот обратите внимание, писатели и ученые в пятой Циве дают столько культуры или науки, сколько было накоплено за последние 6 ходов вместе взятых. Однако, внезапно, великий музыкант даст туризм за последние 6 ходов к тому моменту, когда он родился. То есть, музыканта хранить нету смысла. Больше туризма вы все равно не получите. Почему то же самое нельзя было сделать с писателями и учеными, чтобы не было вот этого соблазна оставить их все на конец игры, получить от них максимум науки и, соответственно, чтобы последние эпохи пролетели в угаре и буквально за 2-3 хода. Это тоже на самом деле недоработка при программировании, не заметили, не доглядели. Ну согласитесь, как может ученый
ученый, который появился там в 100-м году до нашей эры, внезапно в индустриализации выдавать кучу науки. Ну, я понимаю, что, в принципе, ученые так долго жить не могут, но, предположим, его работа. Вот представьте, ученый этот появился, да? Пускай он написал работу, и она такая сохранилась через века, ее нашли, и она дала какие-то новые знания. Но эти новые знания не могут быть наравне с современностью все равно. То есть какое-то количество науки, которое было в прошлом, да, пускай прибавляет. Тогда не было бы смысла вот в этих хранениях писателей или хранениях ученых. А надо было их сразу использовать или в академии сажать. Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической стратегии consulwar.ru. Это игра, в которой вы можете управлять всем, но при этом не умереть под грузом микроменеджмента. Недавно они вышли в открытый бета-тест и теперь усиленно набирают игроков. Ссылка в описании к видео, либо в начале и в конце видео появляется баннер. Не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание «Лёша играет», чтобы получить бонусы. Еще раз, consulwar.ru. Следующая моя претензия к пятой циве относится непосредственно к самой стратегии, а точнее к тому, что в CDMR Civilization стратегии стало меньше. Я понимаю, почему многие поклонники четвертой цивилизации не перешли в пятую, потому что действительно стратегически пятая цивилизация стала беднее. С другой стороны, я тут понимаю разработчиков, почему они упростили, потому что усложнилась тактическая часть. Все-таки один юнит на тайл — это великое изменение для серии игры, это очень важное изменение, она принесла дополнительную глубину. И разработчики, видимо, решили, что... И, кстати, я здесь, пожалуй, даже соглашусь, что они верно решили, что стратегическую часть надо при этом упростить. Но из-за этого ушло влияние культуры в игре, ушло влияние религии. Многие интересные и правильные игровые решения были убраны. Ну, например, то, что города между собой могут быть соединены рекою. Напомню, в четвертой циве, если города стоят на одной реке, то они уже автоматически имеют торговый путь между собой, что очень даже логично. Очень не хватает возможности культурного захвата. Ну, ладно, фиг с ним, пускай города не переходят при культурном захвате. Ну, откровенно говоря, в пятой циве он есть, но это происходит только с помощью туризма, и там надо действительно очень сильно влиять туризмом на какую-то нацию, только тогда этот город перейдет. Мне тут скорее не хватает культурного захвата клеток. И пятая цива нас вынуждает просто только воевать. Если вы с соседом находитесь рядом и спорите за какую-то клетку, то единственный выход — только война и либо захват этого соседнего города, либо отъедание клетки с помощью крепости. В четвертой же циве шла борьба культур. Если у вас на клетку больше влияния культурное, чем у соседа, то эта клетка переходит к вам со всеми улучшениями на ней и со всеми ресурсами. Почему такое не сделать? Почему эта механика была убрана? Как она мешала всем остальным механикам в пятой циве? Кстати, сюда же можно добавить и покупку клеток за золото. Если я могу пустую клетку за золото купить, почему я не могу за золото купить клетку соседа? Пускай она будет там на порядок дороже стоить, но чтобы эта возможность была, если я хорошо развиваюсь через золото, а он нет. И, кстати, еще можно вспомнить о баге с содержанием армии, потому что это действительно баг. Напомню, в пятой цивилизации вы можете уйти в дикий минус по золоту, но армия, несмотря на все предупреждения от игры, распускаться у вас не будет. Это явный баг. Я так, кстати, показывает, что морские юниты почему-то раненые все-таки распускаются при минусе по золоту. А вот наземные у вас там может быть минус 100 золота, 0 науки, но вы можете клепать и клепать армию. И из-за этого преимущество имеют скорее военные нации и люди, которые играют больше через войну, чем через развитие, потому что они могут просто задавливать мясом. Они могут забить на развитие, им уже не нужна наука, они выходят в определенные войска и заваливают мясом, особенно это видно в дуэлях. Возвращаясь к религии, механика религии и приходящим им на смену потом корпораций из четвертой цивы намного интереснее, чем в пятой. Ну ладно, пускай они ее поменяли, предположим, это мое такое личное мнение, но почему они корпорации убрали и не ввели эту механику, мне тоже не совсем понятно. Это же дополнительный стратегический пласт.
Кроме того, убраны варварские города, да? Раньше варвары могли основывать свои города и захватывать чужие города. Но если, предположим, ладно, захват варварами города — это все-таки слишком круто, то свои варварские города почему нет? Которые потом могли бы, предположим, превратиться в города-государства. И они бы прекращали тогда создавать варварских юнитов и, наоборот, начинали с вами торговать всячески. Ну или откровенно куцая механика шпионажа. То есть вы только можете что-то украсть или посмотреть город. Раньше шпионы были намного-намного круче. Ну, они, кстати, их некоторая крутость вернулась и в шестой цели, то есть там хотя бы можно разграбить районы, но раньше можно было и саботаж устроить, там, переворот в городе, чуть ли не до того, что город к себе присоединить с помощью шпиона. Игроков невозможно никак стравить таким образом. Ведь можно, например, было бы так сыграть шпиона, чтобы один из игроков подумал, что это сделали не вы, а другой игрок, и на него обиделся. Почему нет? То есть дипломатия по сравнению с четвертой цивой деградировала еще больше. И в сетевой игре, и в сингловой игре. Чуть стала она лучше в шестой циве, но все равно шпионы — это такой очень разовый продукт. Если проводить параллели с прошлыми сериями, то еще мне не нравится исчезновение коррупции. Напомню, это такая фигня, что чем дальше от столицы у вас располагался город, тем больше штрафов он получал к производству, к еде и ко всему прочему. Это был еще один из механизмов ограничения количества постройки городов. Сейчас же только счастье и штрафы на науку и культуру. В прошлых цивах даже можно было и важно было перенести столицу, чтобы она реально находилась посреди вашей империи. Это намного снижало коррупцию, особенно если у кого-нибудь там захватили еще походя. Ну и некоторые типы правительства, конечно, тоже уменьшали коррупцию. Нет загрязнения окружающей среды от перепроизводства. Нет усталости от войны, которая, правда, вернулась в шестой цивилизации, но тоже несколько куца. Исчезло понятие мобилизации. Опять же, в четвертой цивилизации такая фигня была, когда вы могли сразу несколько жителей в городах превратить в армию. Не построить ее, а именно конвертировать жителей в юниты. И это была одна из стратегий тоже, ну согласитесь, дополнительный пласт. Упростили переваривание чужих наций. В четверке, например, вместо аннексии была ассимиляция. То есть сейчас вот аннексия — это просто вам надо сколько-то ходов подождать в зависимости от размера города, а ассимиляция долго сказывалась на работоспособности вашего населения, потому что жители все еще оставались той нацией, которую вы захватывали, постепенно только становились, их принадлежность становилась вашей нацией. И конгресс был тоже упрощен. В четверке вы не обязаны были выполнять указания конгресса. Если что-то принято, вы могли отказаться. Правда, при этом вы объявляли всем цивилизациям войну, но это как раз нормальная альтернатива. У вас либо то, либо другое, а тут получается вы без вариантов, вот вы вынуждены это принимать и все. При этом мне не совсем понятно, вот до сих пор, кстати, не могу это принять, что в пятой циве голоса даются не за ваше развитие какое-то, а за количество союзных городов-государств, за религию, если вы это ее протащили, и за идеологию, и все. Я не против того, чтобы они добавлялись к вашему могуществу, но основным все-таки должно быть количество жителей. Чем больше страна, чем больше жителей, тем больше голосов. Ну, в общем, я думаю, вот этот мой рассказ объяснил вам, насколько уменьшили стратегическую составляющую в пятой цивилизации. И если в момент выхода игры это было еще нормально, потому что пятая цива действительно очень сильно от четвертой отличалась, и в нее надо было вникнуть, то итоговая пятая цивилизация, конечно, не дает того стратегического богатства, которое было в четвертой. И вот из-за всего этого во многом современные сетевые игры в пятую цивилизацию скорее сводятся именно к войне, чем к развитию, потому что большинство сильных игроков уже себе примерно представляет, как надо развиваться правильно. А если они еще ежедневно и в циву играют, то играют просто по какому-то определенному заученному шаблону. А ведь все могло быть намного интереснее. Если соединить стратегическую часть четвертой цивы с тактической частью пятой цивы, это получилось бы офигительная игра, но нам, к сожалению, выпустили шестую циву, и мы все ждем, когда ее добилят
Прям интересно даже, какие будут первые платные дополнения к ней. Ну, опять я много наговорил, еще раз повторюсь, жду от вас комментариев, если я что-то не упомянул, что вам не нравится в пятой циве, в Sid Meier's Civilization 5. Вот лично вас, что в ней коробит. Я понимаю, что вы в нее играете, и это наша любимая игра, но тема именно о том, что в ней можно было бы улучшить и что лично вам не нравится. Пишите и не забудьте заглянуть на consolewar.ru. Ну а на этом все. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.